Никольского, замка мимо собора Петра и Павла, по улице Гродской. Возвращаюсь назад на рынок Главный. По Королевской дороге иду. Вот улица Гродская. Улица Посельская. Тут улица Посельская. Ноги уже устали конкретно. Скоро будет 12 часов, как я на ногах. Сейчас потихоньку буду выдвигаться за вещами. Надо брать, ехать. Не знаю, сейчас посмотрю, как у меня выйдет с билетами на трамвай. Где-то в то место недалеко, в тот район, где Ржевая, ходит трамвай. 24 номер. Вот только единственное, я не знаю, сколько от него идти пешком потом надо будет. Может, проще отсюда просто туда поехать. Фу-фу-фу. Приближаюсь к улице Доминиканской. И находится Доминиканский костел. Там была служба, и когда я заходил. Завтра начинаются занятия у студентов. И сегодня студенты приходили получать благословение на учебу. Сейчас иду к большому рынку, точнее к рынку Главному. Немножко еще похожу, чтобы было уже ближе к закату время, я со спокойной душой пойду в хостел отдыхать, стираться, готовиться к завтрашнему дню, к дню отъезда из Польши. То есть к завтрашнему дню мне надо быть как огурчик. Это будут последние часы пребывания в Кракове. Потом сяду в автобус и поеду во Львов.